помните, что я упомянула Мавера флотилию, о которых вы сейчас понятия не имеете. Значит, только Туркана, это еще от Палестина. Понятно? Есть директивы неопределимые. Момент военных событий отказывает в любом удовольствии. Мне это известно, поэтому сначала, значит, арманули в Ашан. А я сейчас круглые сутки на кадре, вы мне мешаете своей трехгрошовой косметикой. Мне круглые сутки на кадре, блядь, тварь грандамы. Мне не положено, блядь, тварь. Душа там 40 рублей, охуели, мне поплевать. На ваши жидовские, афганские, американские события, выбора. Сейчас меня на выбора здесь толкают всяких там мирных губернаторов. Потом я забыл, ну еще, о, хороший свет, а ну-ка, где мы стоим? Поконечка, блядь, мне... Я, значит, тепло, отрабатываю покойчиков, ты сюда, блядь, тварь. Это что, удостоверение писать, что я вижу покойчиков на воде? Вы вцепились в Лемешево, когда нам дали уже полностью, значит, абстрактный сюжет, так что вас ни на куда еще совать этого Лемешева, ни к чему пристегнуть здесь нет, у вас подол, оперный певец. Итак, мы выходим, мои дорогие. Ну а ТикТок, как вы и программировали, вы хотите мне косметикой, блядь, тепло, рулить деньгами, блядь, и мужем. Уровень просмотра моего дарования, но главное, снег тепло. Меня сейчас волнует только одно, снег сезон, вы поняли, за который я вам точно закрою. Не вражайтесь, я расставился вам публиковать видео.